Всем привет! С вами Миля, и у нас сегодня новость про Ксению Собчак и про ее беременность. Ксения Собчак и Максим Виторган скоро станут родителями. Теперь в этом уже, кажется, не сомневается никто. Пара, которая долгое время не подтверждала новость о грядущем пополнении в семействе, теперь раскрыла карты. Ксения сама в шутливой форме призналась о своей беременности на новой волне в Сочи. Хотя малыш Ксении и Максима появится на свет уже этой осенью, оказалось, что пол ребенка не знает даже бабушка Людмила Нарусова. Она сама в этом призналась СМИ. Как оказалось, мама Собчак хочет двойню – и мальчика, и девочку. Но и мы тоже не узнаем, кто будет у Ксении, возможно, даже после рождения. Поэтому просто порадуемся за будущих родителей и поздравим их с грядущим пополнением. Поклонники отмечают, что телеведущая стала более жизнерадостной и счастливой. Но оказались и те, кто считает, что Ксения носит накладной живот и ее ребенка вынашивает суррогатная мать. На сегодня у нас все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте ставить лайк, если вам нравится видео и нравится такой формат. Подписывайтесь на канал. Пока, всем!